В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 16 июня, руководство Кашхабльской центральной районной больницы поздравило с праздником ветеранов и пенсионеров здравоохранения, которые большую часть жизни посвятили работе в районной больнице. Более 10 человек получили цветы, подарки и теплые слова поздравлений. В сфере здравоохранения района в разные периоды времени трудились люди с богатым опытом, преданные своему делу. Здравствуйте, Галина Бекмирзовна. Профессиональным праздником вас наступающим. В этот особенный день поздравления и благодарность приняла и врач-инфекционист Галина Бекмирзовна Балокова, которая отработала в больнице района 51 год, а ее супруг-хирург Аскарби Шамсудинович 50 лет. А сколько лет вы проработали в больнице? Кем? 51 врач-инфекционист. Вы с супругом, да, работаете? Супруг вместе тоже? Работали, да. Он тоже 50 лет работал. 4 года, как его нет. Всех работников медицинского персонала и всех ветеранов поздравляю с профессиональным праздником. Желаю им здоровья, счастья и благополучия в работе. Бывшим коллегам были высказаны слова благодарности за их преданность своему делу.